Есть золотой век, есть серебряный, есть бронзовый, есть железный. Но про железный мы говорить не будем. Это все плохо. Но если говорить про золотой век, как вы думаете, какая концепция правила мира самая верхняя? Знание, власть или достаток? Знание. Знания, мудрецы были основной силой общества. Сразу возникает вопрос, а почему они были основной силой? Сила когда бывает основной? Когда она сильная, да? Вот допустим, вот взять золотой век. Представьте себе, кто-то оскорбляет мудреца. Дальше что с ним будет? Описано в Священном Писании. Мудрец уходит из города. В городе засуха на 10 лет, ни одного дождя, город вымирает просто. Или он просто произносит одну молитву, и человек, который его оскорбил, умирает, падает заживо. Это описано в Ведах. Это, наверное, проклятие. Нет, он просто убивает его, и все, какое проклятие. Проклятие тоже. И проклятие тоже они могли просто сказать, как бы... Хорёком жил, хорёком и побылся. И все, и дальше человек все уже. Хорёк. То есть с мудрецами опасно было связываться, они обладали такой силой. И они руководили миром. Миром правила вера. Смотрите, те страны, в которых очень развита культура. Как ценятся наставники, как ценятся священники, как ценится религия. Вот, допустим, взять Эмираты. Все законы страны построены на религии. Это значит, что вот это знание, оно еще сохранилось. И поэтому здесь уже как-то более прогнозируемая жизнь. Ты, если все правильно соблюдаешь, у тебя есть гарантии. Живи по Корану, и все будет нормально. Как это один мусульманин пришел к своему наставнику, пьяный такой. Тот говорит, ты что, пьяный, к мечеть пришел? Ты что, не знаешь, что про пьянство написано в Коране? Ты не знаешь вот эту суру «пей, гуляй, веселись»? Тот говорит, я знаю суру «пей, гуляй, веселись». Тот говорит, ну и что дальше там написано? Он говорит, я не могу же весь Коран знать. Я знаю, что ты гуляй, веселись, и все. А что дальше, я не знаю. Половину не выучила. Да что? Вот, поэтому в золотой век люди жили счастливо. Все были очень благочестивые, не было преступников, не было преступлений, была благодать Божия, богатство, сила в каждой стране, хорошее отношение к людям, результат уважения к вере, к мудрецам и к священным писаниям. Когда такое сильное уважение к этим всем вещам, процветает страна всегда, процветает. Потом постепенно наступил серебряный век, и знание стало слабее. Мудрецы не такими сильными стали, и в результате постепенно их власть ослабла. И наступила власть царей. И когда деградированная уже совсем эта культура власти мудрецов, она деградировала, то наступил феодальный строй. Что такое феодальный строй? Это когда цари творили сами законы. Вот, допустим, каждое государство свои законы, и царь, он как бог. Цари провозгласили себя богами сразу. Это мы знаем, египетская культура, там, сирийская культура.
вернее, не сирийская, а персидская культура, египетская культура. Кем цари себя считали? Помазанными. Нет, помазанными это евреи. А в Египте кем царь себя считал? Богом он себя считал. Он говорит, я Бог. Это что Моисей приходил-то к нему? Что он говорит? Ты не Бог, говорит, я от Бога пришел к тебе. Тот говорит, докажи. Он говорит, сейчас докажу, нет проблем. У тебя тут все помрет, короче, там саранча на тебя набросится там. И все, и так и было. Потом Бог на него посылал там и реки крови там, и саранчу там, и что только не посылал. То доказывал ему, что он не Бог. Что я от Бога пришел к тебе. И у Бога к тебе одна просьба только. Освободи еврейский народ. Все, больше никаких просьб. Вот эта вся история, вот эта близкая об этом же. И феодальный строй означает бесчинство, диктатура. То есть, что хочу, то и творю. Ну, то есть, нету закона для правителей. Я сам закон. Я сам являюсь законом, что хочу, то и делаю. Это феодальный строй. Когда правители начали деградировать, они терять начали силу, то тогда пришла культура бизнесменов уже. И на феодальную, на смену феодальную строю пришел какой строй? Капиталистов. Вернее, даже не капиталистов, а строй бизнесменов. Ну, можно сказать капиталистов. То есть, когда бизнес, когда знание управляет миром счастья, когда правители управляют миром, порядок есть, власть есть, все порядок, нет милости. Ну, а когда бизнес управляет миром, ни власть, ни знание, бизнес управляет миром. Что тогда теряется? Знание. Знание теряется. Власть теряется? Ослабевает. Ослабевает. Но самое главное, теряется совесть. Деньги – главный инструмент жизни. Деньги есть, у тебя есть все. Нет денег – ты ничего не имеешь. Но это еще не самая большая деградация. Самая большая деградация общества – это когда не знание управляет миром, не власть управляет миром, не бизнес управляет миром, а рабочие управляют миром. Кто был ничем, тот станет всем. То есть мир насилием мы разрушим, кто был ничем, тот станет всем. Рабочие управляют миром. Это уже все полное уже. Тогда теряется все у людей. У них ничего не остается, даже денег не остается. Там же вот несчастные люди, не кори, на лицо ужасные, добрые, как они мне ловится, не растет, как кот, сплачет, Богу молится, не жалеет слез. Все теряют. Поэтому лидеры в обществе нужны. Распределение лидеров нужно. Нет знаний, нет жизни, нет власти, нет жизни, нет богатства, нет жизни. Но они имеют градацию. Все должно подчиняться знанию, потому что Бог самое главное, что принес. Он с долларом пришел. Моисей с долларом пришел или с чем? С заповедями он пришел, он со знанием пришел. Он не пришел, не принес, как бы, бакс дарю вам, люди. Зелененькие дарю вам. Живите счастливо. Нет, он пришел со знанием, у него знание, заповедь есть. То есть знание, Бог дает знание, и с помощью знания он поддерживает мир. Но а что такое помазанник Божий теперь возвращает? А что такое помазанник Божий? А кто помазал, кто мазал, маслом мазал голову? Кто мазал маслом голову царю, который становился помазанником? Кто мазал? Он мазал пророк. Кто такой пророк? Человек Бога. Он приходил, говорит, вот так-то, так-то, ребята, Бог вот так вот сказал. Один раз Давид
помазанник Бога, Давид, царь Давид, он полюбил жену своего военачальника. Ну, красивая девушка была, сложно было не полюбить. А там такая ситуация была, я когда был там у него, видел, как это все происходит. Там у них в Иерусалим холмы вот так, холмы. И у Давида, у него сверху холма было жилье, а у этой девушки ниже, а там все мылись на крышу. И она как бы выходила на крышу помыться, а он, это, видно, в это время на балкончике стоял. И он такой, ой, какая красивая, как бы. Ему понравилась девушка. И он военачальника послал в самое пекло, и тот погиб. И он его жену себе взял. А у Давида было много жен. Там такой закон был, у царей много жен. И он взял еще одну, нет проблем. Приходит пророк к ему, говорит, слушай, говорит, у тебя есть один подданный, но пророк приходит всегда, это очень серьезно. И он говорит, я хочу тебе задать вопрос. Давид говорит, конечно, конечно, ты как бы, Бог пришел сам ко мне вопрос задать. Он говорит, у тебя есть один подданный, у него целая стадо овец, а у его одного слуги одна овца. И когда надо было жертвоприношение делать, он забрал эту одну овцу у своего слуги и отдал это. Он говорит, это справедливо или нет? Нет, конечно, несправедливо, но Бог должен свою овцу отдать. Какое наказание этому подданному ты дашь? Тот подумал, подумал, говорит, смерть. И тогда пророк говорит, это хорошее наказание, но, говорит, мы тебя убить не сможем, потому что ты наш помазанник. Так ответил тебе Бог. Он говорит, этот подданный твой, ты сам. Ты, говорит, забрал жену своего воина, начальника, а его принес жертву. И за это, говорит, мы тебя не убьем. А умрет твой первый сын над этой женщиной. И он там потом просто вот так лежа молился перед алтарем много недель, когда его жена была беременна. И что получилось у него? Нет. Сын родился мертвым. Но из-за того, что он молился, пришел пророк и сказал, раз ты молился, раз ты старался для Бога, второй твой сын будет помазанником Божьим и построит для Бога великий храм. И от нее потом от этой же женщины родился Соломон, следующий царь. Вот так в древней культуре Бог управлял всем обществом через пророков, через своих посланников. Поэтому, если говорить глобально о лидерстве, то надо знать вот эти вещи. Это открывает глаза, понимание, кто такой лидер, как он должен жить, почему Бог его выбрал, сделал лидером. Некоторые говорят люди, какая у меня миссия? Вот если ты уже лидер, то у тебя есть миссия. Первая категория – давать людям знания. Второй категории – организовывать правильное устройство общества. И третья категория – миссия какая? Помогать людям в их достатке, процветании. Кто должен помогать дороги строить, больницы, учебные заведения, престарелым помогать? Кто должен? Бизнесмены. Третья категория. Вторая категория — руководитель. Чем он жертвует? Защищает, управляет. Он жертвует своими желаниями. Бизнесмен что-то отдает? Богатство. Руководитель что отдает?
свои желания. Он показывает пример, как жить надо в обществе. Руководитель жертвует. Богатство жертвовать руководителю недостаточно. Он должен иметь правильный характер. Он должен честно относиться к своей жене, честно относиться к подданным. Он должен всегда показывать пример в том, как относиться к деньгам, к власти, к людям, ко всему. Он не должен брать взяток, не должен пользоваться своей властью вообще никак. Но при этом руководитель должен иметь богатство, иметь власть. Должен, иначе его никто не будет уважать. У него не будет власти. Нет денег, нет власти. Нет власти, нет власти. Нет влияния, нет власти. Ну, то есть, он должен все это иметь, но он должен легкостью отдавать при необходимости, сколько надо. Это такова природа человека, который имеет власть. Должен показывать пример. Если руководитель зажимает своих подчиненных, они будут счастливы. Должен делать им нормальную жизнь. Но при этом у него все равно он больше имеет руководителя, но он должен также заботиться о других. Ученый что жертвует? Жизнь. Все жертвует. Руководитель все не жертвует. Он иногда только себя может пожертвовать. В крайнем случае. Он жертвует свои деньги, свою силу. Но ученый жертвует все. Ученый отдает свою жизнь. Это самая высокая жертва, которая только есть в этом мире. Но если говорить о лидерах, то есть три категории лидеров. То есть лидер — это тот, кто, у кого желание по отношению к людям сильнее, чем свои желания. Запомнили, кто такой лидер? Теперь есть три категории лидеров по развитию. Первая категория — это лидеры, которые способны делать людей счастливыми. Запомнили? Вторая категория лидеров — это те лидеры, которые землю могут сделать счастливыми. И третья категория лидеров — это лидеры, которые Бога могут сделать счастливыми. Все они хорошие, но у них у всех разные возможности. Вот первая категория лидеров, они людей делают счастливыми. Они для людей живут, они много для людей делают. Но у них нет развитого сознания, у них нет глобального понимания вещей. Они не способны внутри правды мира жить. У них есть правда только своей страны. Они могут помочь людям своей страны. Они могут быть патриотами. Они могут быть очень хорошими людьми, которые помогают своей стране, обществу, в котором живут, и варятся вот внутри этого как бы понимания, что надо своим помочь. Вторая категория лидеров, они не воспринимают свою страну как основу жизни. Они воспринимают землю как основу жизни. И доброта ко всем людям является основой жизни. Они выше деления на страны, на религии. Это лидеры, как это слово такое есть, когда человек все веры признает, всех уважает, на мэ. Мигрант? А? Это человек меценат. Меценат, а что-то другое. Голове там крутится. А? Тоже крутится в голове. Ну, ладно. В общем, человек, он... Может, мироносец или миротворец? Нет, там другое слово.
Ну, я забыл, ладно, сложно слово. Вот, в общем, человек по своей природе очень... космополит, очень добрый. У него сознание настолько глубоко понимает всех, поэтому он ничью сторону конфликтов не занимает. Он считает, что в конфликтах доброта является главным. Главным это, чтобы войны стихали. Для него не победа одной страны важна, а чтобы война закончилась, чтобы мир наступил. Вот это для него важно. То есть этой категории люди уважают все веры, все религии, все культуры, все народы, все традиции. Они во всем видят волю Бога. И такие люди мыслят шире. И полет у них тоже выше. Если, допустим, руководителем страны становится такой лидер, то эта страна всегда будет в мире жить, в процветании, и всегда все ее будут любить. Человек более высокого полета, он за землю беспокоится, за все, а не за свою только страну. Если человек на уровне страны, его сознание развито, то он будет со всеми защищать свою родину тоже хорошо. Будет страну защищать, ее развивать, помогать. Но если его сознание выше пошло на всю землю, тогда он уже другого полета. И он такой человек будет мир защищать от ядерных взрывов. Он будет пытаться, чтобы мир на земле был. И такие лидеры тоже есть в обществе. И у нас тоже есть. Мирового масштаба лидеры. Есть еще выше масштабов лидеры, как лидер, который живет не для страны, не для земли, а для Бога. Потому что это более высокое мышление. И Бог доволен таким человеком. Это уже есть святые цари, есть святые ученые, есть святые бизнесмены. Примеры есть у нас? История. Вот, допустим, Сан-Франциско был святым бизнесменом. Его отец был бизнесменом. И он бросил бизнес и отрекся от всего. И он стал святым бизнесменом. Есть люди, которые от царства отрекаются, становятся святыми царями. А те и бывают те, которые отреклись от царства и все равно им управляют. То есть человеку ничего не надо, он в нищете живет. Вот, допустим, Махатма Ганди. Он был святым мудрецом, он был святым правителем, он управлял страной, но при этом жил в нищете. Он обладал властью, Махатма Ганди. Но при этом жил в нищете абсолютно. Это святой царь. Мать Тереза, святой ученый, не первая категория. Она выше ученых была, выше науки. Она была человеком Бога. Бог ей сказал, ей орден сказал, такого нет служения у католиков. Спасать нищих по улицам бегать. У нас нет в ордене такого служения. Ей сказали, она говорит, мне Бог сказал в сердце, что это в ордене у нас такое служение есть. Надо искать людей, больных, вытаскивать их, детей маленьких воспитывать. И она в Калькутту поехала, в самый ужасный город на земле в это время. Там было очень много нищеты. И она там всем помогала и стала известна на весь мир благодаря своей духовной силе. И такие первые категории, вот это вот самые сильные лидеры, они куда идут после жизни? Они идут в духовный мир. Это святые. И вот запомните, эти лидеры, самые возвышенные, самые высокие лидеры, они выше всех. Вот, допустим,
Человек, который является слугой Бога, бизнесмен, он выше ученого будет или нет? Выше. Он будет выше ученого, потому что он, те, кто служит Богу, выше всех стоят. Это самый высокий уровень сознания. Он выше всех. Человек-бизнесмен, вроде бы он ниже, как бы ученого стоит по категории, но он уже поднялся выше всех категорий. Он стал слугой Бога, это самая высокая категория, выше не бывает. Все. Это лидер. И даже еще вам скажу по секрету, если человек является четвертой категорией, просто творческий человек, человек, который живет ради своей работы, то есть ему, он ни за кого ответственность не берет, ему просто хочется делать добрые дела какие-то, но он возвысился до вот этого первого уровня сознания, человек живет ради Бога. Даже вот этой четвертой категории человека, у которого нет лидерских качеств, он не берет ни за кого ответственность, но он становится слугой Бога, становится выше всех этих категорий. У него ничего не развито, у него нет амбиций руководителя, у него нет знания ученого, у него нет способности копить богатство, но он на своем уровне полностью предан Богу. Этот человек стоит выше ученого. Даже четвертой категории. Неразвитый человек. У него разум не обладает такой силой, чтобы давать людям наставления, или чтобы ответственность власти на себя брать, или чтобы копить богатство. У него нет такого разума. Это все разум дает такую возможность человеку. У него нет такого разума. Таких людей называют юродивыми у нас в России. Как? Юродивый. Ну то есть он из себя ничего не представляет, как человек. Не, он просто вот он никто в обществе, никто, он нищий. Но богат. Вот люди к ним приходят, цари советоваться приходят. Потому что он человек Бога. Он Богу отдал свою жизнь. Поэтому он выше всех стоит. Это тоже надо знать, что лидеры могут перескакивать с одной ступеньки на вторую. Первая ступень – это живу ради общества, ради людей. Условно говорим, ради людей. Вторая ступенька – ради земли. Третья ступенька – ради Бога. На первой ступеньке человек истину осознает в рамках правды-неправды своей страны. Он варится в этой правде-неправде. Он лидер. Но он не может перешагнуть через сознание своей страны. Вот наша страна с кем-то воюет, это наши, те враги. Он так воспринимает. Человек на уровне земли, когда у него мышление. У него есть враги? Нет. Он всех людей воспринимает как одна семья. Одна большая семья, в которой мы живем. Более высокое сознание. А чем сознание святого отличается, который для Бога живет? В чем отличие? Для него нет, даже земля не является его домом. Для второй категории, второй уровень развития, земля является домом. А для третьей, самый высокий уровень развития, для него не земля дом, для него мироздание дом. Он человек из духовного мира. Он не человек земли. У него дом там. Куда идут первые категории, идут в духовный мир. Вторая категория, куда? На уровне земли мышления, куда они идут дальше после смерти? Они идут на высшие планеты, они управляют этим миром потом дальше. Из них кузница, это кузница ангелов. Когда человек лидером стал на этом уровне, он ради земли мыслит, значит, он может и ради вселенной мыслить. Нет проблем. Это уже уровень ангелов. Вот. А первая категория люди куда идут? Вот они
руководители, которые ради своей страны живут. Куда они дальше? А? Тут я пригодился. Да. Здесь где родился, там пригодился. Остаются на земле и повышают свой уровень. Они еще сильнее становятся лидерами. Здесь на земле, еще выше. Так лидеры имеют право распределяться. То есть одни в духовную реальность уходят, другие в ангелами становятся, третьи на земле остаются. Есть два способа наградить человека. Один способ – это повысить его в рай или в духовную реальность, а второй – увеличить полномочия и здесь. И как Бог выбирает, кому здесь полномочия больше, а кому в рай. Все зависит от сознания, которое человек имеет. Если у него сознание на уровне Вселенной, он мыслит. У него нет только своей страны, он ради всей Земли живет. Значит, он пойдет ангелом, будет всей Вселенной управлять. А если он мыслит на уровне Бога, тогда он за пределы Вселенной уйдет в духовную реальность, будет с Богом вместе жить. А если он в пределах своей страны мыслит, значит, родится опять еще больше сильным лидером на земле, останется здесь. Как Высоцкий поет, пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом. А может, из прораба до министра ты растешь. Но если тут как дерево, родишься бабабом, и будешь бабабом тысячу лет, пока помрешь. Вот. Итак, мы с вами изучаем природу лидера. Кто такой лидер, мы с вами разобрались. Теперь следующая тема, какими качествами обладают лидеры. Качества. Они все разные. Вот, допустим, какие качества у первой категории лидеров? Правдивость. Милосердие. Скромность. Смирение. Мудрость. Способность отдать свою жизнь ради людей. Отречение. Вера в Бога. Потому что есть ученые, которые не верят в Бога. Это не раз это ученые. Они не видят картину полностью. У них очень сознание узкое. Он стал академиком по изучению чешуек на теле у змеи. Он считает, что очень большую работу проделал. Узкое мышление. Он тоже первой категории, но не раз. Так важно также знание, что есть Бог, первая категория. Очень важно для первой категории. Совестливость, отношения с Богом. Следование священным писаниям. Должен показывать пример следования священным писаниям, заповедям. Первая категория должен четко следовать заповедям. Иначе он не первая категория. Если он гуляет от жены, это не ученый, какой-то ученый, если ты не знаешь, что надо сохранять чистоту, стремление к чистоте, признак первой категории. У первой категории больше всего качеств развито. Очень много качеств. Трудно даже все перечислить. У одного человека первой категории может быть больше качества, у другого меньше. Но есть основные. Основные — это правдивость,
смирение, следование священному долгу и закону, отречение, стремление к знанию. Основные качества человека первой категории. Когда ребенок рождается в первой категории, он ведет себя отстраненно. Он на все смотрит со стороны. Ни в какие процессы сильно не включается. Если люди дерутся, он не дерется. Он не является храбрым с точки зрения борьбы. Его храбрость идет в отстаивание истины. Он за истину может отдать жизнь, но не за себя. Ну, первой категории люди не сильно склонны себя защищать. Его могут даже побить. И он простит этим людям. Его, когда его будут бить, он не будет от этого плакать, пищать, визжать. Он будет терпеть. Но терпение у второй категории сильнее. Они даже не чувствуют боли, когда сражаются. Второй категории тоже есть свои преимущества. Это не то, что первая категория самыми главными качествами обладает, а вторая категория второстепенная. У второй категории есть качества, которые нет у первой. Например, храбрость. Способность отдать свою жизнь в борьбе. У первой категории нет такой способности. У второй есть. Они могут отдать свою жизнь легко, без проблем. Часто щедрость является второй категорией выше, чем у первой. Желание заботиться о людях. Часто вот в первой категории священники, они отстранены от страданий людей в какой-то степени. У них своя жизнь, они там монастыри, монахи живут, но правитель, он не отстранен. Он постоянно заботится обо всех, отдает свою жизнь. Всем как бы участвует в жизни людей. Итак, основные качества второй категории людей – это храбрость, сила, выносливость, способность отстаивать свою честь. Да, если ученые стремятся к истине, то руководители стремятся к правде. Это разные вещи. Истина – это более высокая, правда – это на уровне справедливости, справедливость, да. Знание законов страны, они обладают знанием, выходит. Проницательность, они видят насквозь людей, второй категории. Они обладают решимостью, способностью стремиться к цели, достигать цели, целеустремленности. Ученые тоже имеют целеустремленность, но она в разных направлениях. Если ученый целеустремлен в знании, то руководитель целеустремлен в достижении власти. Сильное желание заботиться о людях. Способность понять сердца людей. Руководитель настоящий чувствует сердца людей. Социальная сила. Что такое социальная сила? Знание политики. Знание закона.
знание, как правильно себя вести в обществе. Очень развито у руководителя. А не как одеваться, как себя представить, как разговаривать с разными типами людей. С этим вот такое, такая беседа с тем уже будет другая. Защита своей чести, честолюбие. Не позволяют себя оскорблять. Никому. Мудрость. Никто не отменял, руководители мудрые люди. Стремление к Богу также. Все лидеры должны стремиться к Богу, но стремление к Богу у первой категории имеет более высокий характер. Первой категории люди склонны всю жизнь посвятить Богу, но руководители должны посвящать не только Богу свою жизнь, но также людям. Значит, чем ты будешь там руководить? Своей молитвой же не надо руководить, молишься, руководишь молитвой. Людьми руководить — это общественная жизнь. Но ученый не обязательно с обществом взаимодействовать, он может просто молиться всю жизнь, писать священные писания. Третья категория тоже имеет качества специфические, которые отличают это от других людей. У них очень щедрое сердце. Они очень общительные. Нравится дружить. Любят дружить со всеми. Любят заботиться. Не терпят, когда кто-то в нищете находится. Им хочется всем дать достаток. У них очень сильное чувство голодным людям, нуждающимся, у них больше всего чувство развито к этой категории людей, которые не имеют достатка в жизни. Но сильно хочется им помогать. Они чувствуют деньги. Это единственная категория. Они знают, сколько можно взять. Бог дал этой категории людей единственное знание о том, сколько я могу себе взять прибыли, чтобы это не было грехом. Они точно знают, вот это вот столько можно, а столько уже нельзя. Все сердце прям четко подсказывает. Но им разрешено брать себе прибыль. Вот, допустим, спрашивают, а как вот человек торгует, допустим, он берет товар за одни деньги, продает за другие. Это не грех. И правитель скажет, я не уверен, надо разобраться в этом вопросе. Ученый тоже будет смотреть священное писание, а бизнесмен скажет, нет, не грех. Он точно знает, ему Бог дал это знание, причем он знает точно, сколько он может взять, чтобы это был не грех. Но вот если он взял, купил и продал, и не взял себе никакой прибыли, то это грех. Потому что зачем тогда это все надо? Цель же получить вот эту прибыль, чтобы потом людям помогать. У Бога на все есть свои цели, понимаете? Но зачем он создал бизнесменов? Кто бизнесменов создал? Бог. Бог. Ты не слышишь, что я сам тебя создал? Нет, тебя Бог создал вот таким бизнесменом. И зачем Бог создал человека бизнесмена? Зачем? Конечно, чтобы нищим помогать, чтобы школы были, чтобы поддерживать искусство, культуру, там все это нужны деньги. Меценаты нужны. Это все должны делать бизнесмены. И Бог вдохновляет их также на это. Но представьте, человек хомячит, хомячит все время себе деньги. Богу понравится, нет?
А как Бог регулирует силу бизнесмена? Знаете об этом? Вот вы пришли, я уверен, хотите быть успешными. Потоками финансовыми, сколько это дает. Как он регулирует? Я сейчас вам объясню. Наше желание и наше благочестие, и другое влияет на людей, на сердца людей. И наше желание, и наше благочестие влияет на сердца людей. Какое желание у бизнесмена? Желания какие? Он хочет денег. Далее будет бизнесмен. А я, как бы, птичка поет птицелов, а рыбка поет рыболов, а я пиявка пою, за денежки их продаю. Это третья категория. Третья категория, да, он знает, что ему надо, ему надо деньги, ему пиявки не нужны. Это желание бизнесмена, деньги. Money, money, money. In a rich man falls. Да? Так правильно сказать? World. World. Не сила, а... В мире, да. В мире богачей. Rich man falls. Да? Вот. Деньги, нужны деньги. Вот. И это желание с рождения. У них есть желание. Ну и представьте себе, вот, допустим, вы смотрите на меня, и я от вас хочу ваши деньги. Вам будет приятно? Нет. Вот и все. А если я хочу вам сделать что-то полезное, и это желание сильнее, чем желание денег, как вы будете относиться к такому бизнесмену? Я разок сделал эксперимент. Мне надо было ботинки купить. Я пошел в Москве на рынок, там много бутиков. Я жил в Москве в это время. И у меня была не цель ботинки купить. Я строил эксперимент, делал эксперимент. Ботинки тоже были нужны, но знаний мне нужно больше. Я пошел, я смотрел в глаза всем, кто торгует. Все они тянулись меня. Деньги. И они как бы смотрели, иди ко мне. И мне не хотелось, мне было противно. Я шел, и одна женщина, она смотрела на меня с любовью. Как друг. И она такая, она увидела и улыбается. Я сначала подумал, что она слушает мои речи. Думаю, как это одного хорошего человека встретить. Подошел к ней. Думаю, сейчас Олег Геннадьевич, ну как обычно, Олег Геннадьевич. Она улыбается и ничего не сказала. Я думаю, не слушает мои лица. Я ей говорю, где можно купить ботинки? Она такая, пойдем, я тебя провожу. И она пошла меня, короче, ее все там знают, все здороваются с ней. Думаю, блядь, что за человек такой? И она, короче, подводит меня к одной лавке. Выбрали мне ботинки, сделали скидку, ботинки вот такие. Я, короче, одел, мимо нее иду такой, меня магнит, короче. Я не могу, я благодарен, не могу не подойти. Подхожу, говорю, а что у вас можно? И она начала мне показывать. Я ей что-то взял, я даже не помню, что конкретно. У меня даже нет этого навала. Я потом думаю, блин, какой бизнес. Я пошел потом, короче, в соседнюю лавку и говорю, как она торгует? И они говорят, она заговоренная. Она приходит, 4 часа, 5 часов, все улетает, она потом сворачивает и уходит. Она здесь не парится, мы паримся. Вот и все. То есть желание помогать людям сильнее, чем жадность, сразу человек становится успешным.